Всем привет! Продолжаем гулять, путешествовать по Германии, Нюрнберг. Фонтан добродетелей. Фонтан был создан в 1585-1589 годах из бронзы немецким скульптором эпохи позднего возрождения Бенедиктом Вюльцербауэром по заказу городского совета вольного имперского города. Интересный фонтан, надо сказать, что в общем философский фонтан. Фонтан был создан, как говорят в Википедии, с целью укрепления у жителей Нюрнберга основных христианских добродетелей. Фонтан добродетель представляет собой скульптурную группу, символизирующую основополагающие человеческие качества, являющиеся постулатом. Семь добродетелей составляют. Три христианские богословные добродетели, ну так называемые теологические, вера, надежда, любовь, и четыре так называемые кардинальные добродетели, от латинского слова «кардо» – стержень, мужество, умеренность, терпение и справедливость. К примеру, вера в руках держит крест и чашу, любовь стоит с двумя детьми, один на руках, другой держится за юбку, надежда держит якорь, мужество изображено со львом, умеренность показана с кувшином, терпение в паре с ягненком. Ну и над этими всеми добродетелями главенствует седьмая добродетель – справедливость. У нее завязаны глаза, в руках меч в качестве знака неминуемого наказания за противоправные действия и весы, которые измеряют человеческие поступки. За нее стоит цапля, которая держит камень, символизирующий бдительность. Вот такой фонтан, фонтан добродетель, находится в Нюрнберге. Вот показал, рассказал все, что нашел в Википедии. Все, всем пока, всем привет.